касается вот Шаймуратова, о котором вы сказали, действительно, у нас договор с хозяйством Шаймуратова. Если говорить о проблемах российской экономики, которую, к сожалению, не понимает наша официальная экономическая наука, ну, такая классическая, так вот, весь вопрос упирается в кредитно-финансовую и денежную систему. Это судный процент и количество денег. Я вам не буду подробно рассказывать, но опыт проведен в строгом соответствии с известным экспериментом в австрийском городе Вёргль когда-то, который был потом заблокирован банковской системой. Выпущены товарные талоны, кстати, они здесь у меня на столе есть, я их могу продемонстрировать. Их проблема в том, что это беспроцентные деньги. Их невозможно накапливать, потому что здесь вот такая табличка, они ежемесячно что-то теряют в цене. То есть они применяются только как средство платежа. Так вот, я вам приведу только одну цифру. После выпуска этих товарных талонов, ну, эквивалента денег, потому что деньги это либо это цифры, информация, или на бумажных носителях, или на электронных. Так вот, после выпуска этих внутренних денег, товарооборот в этом хозяйстве в течение 2 лет вырос ровно в 12 раз. Вот таков потенциал неиспользуемый развития реального сектора экономики нашей страны на примере этого хозяйства.